Так, еще один видос. Видос, почему нужно делать обратную засыпку. Да? Это правильно я сказал хоть? Как программист? Да? Так, смотрите. Тут уже засыпали, утрамбовали вот этой вот машинкой. Пык-пык-пык. Бьет она обалденно. У меня на Инстаграме есть видос, как это происходит. Гляньте, что свод-вода делает. Ого, оно обваливается. И она туда идет и нормально, да? Короче, вода делает чудеса. Если плохо меняю, это ж без клея. Так, если все сделать без... я влез в грязюку. Если все это делать без засыпки, без трамбовки... Ай-яй-яй-яй-яй. Если делать без засыпки, без трамбовки, то плита потом ляжет, и это будет откровенно, ну, ерунда. Земля просядет, и плита будет висеть. А нам нужно, чтобы оно все было затрамбовано. Так что берите пацанов, которые шарят в этом деле.